Аккуратненько мы с вами. Ой-ой-ой, сколько бомб, ребята, ай-яй-яй. Так, десантник, пойдешь с нами. Так, ребята, мы уже в Голливуд добежали с вами. Да что ж такое, а? Половина зомби опять, ребятки, растерялась на ямах. А перед просмотром этого видео обязательно подпишись на мой канал. Также рядом с подпиской есть колокольчик, нажав на который вы будете получать уведомления самыми первыми. И, конечно же, не забываем ставить лайки. Всем приветики, дорогие друзья, с вами как всегда Юра, и сегодня мы будем играть в зомби-цунами. Так, ребятки, ну что ж, побежали спасать наших зомбиков, которые так хотят вернуться уже, наверное, домой. Так, ну что ж, дорогие друзья, поехали. Так, нажимаем play, и, конечно же, выбираем все, что у нас есть. И побежали, ребятки, зомби уже полицейские бегут в шляпах. Это мне уже, ребяточки, нравится, и это, ой-ой-ой, потеряли одного зомбика на яме, что ж творится-то, а? У Элвис Пресли зомби один с прической такой прикольненькой, да, попался нам? О, отличненько, перевернули автомобиль. Давай, давай, зомби, беги, знаете, как есть, ребятки, игра «Беги, сосиска, беги», так и здесь, беги, зомби, беги. Вау, извините, одного зомбика потерял. Одного зомбика совершенно случайно потерял, нажав на кнопку прыжок, он подорвался на бомбе. Так, и на машинах одного потеряли, ну ничего. О, десантники, отлично. Так, автобус перевернем, отличненько, конечно. Для этого нам нужно было 8 зомби, для того, чтобы перевернуть этот злосчастный автобус. Так, ребята, и мы футболисты, мы американские футболисты. В специальной форме мы все крушили на своем пути. И никого не оставляем, ребяточки, в живых. И это просто, ребятки, замечательно. Вай-вай-вай-вай-вай. Прыжок. Так, отличненько. Мы еще подобрали, ребятки, много десантников. Теперь нас 25 зомбиков. Посмотрите, какая нас большая куча зомби. Ух, ребятки, я думал, они все сейчас реально упадут, провалятся. Отлично. Просто, ребятки, замечательно. Смотрите, ребятки, зима. Мы зимой бегаем с зомбиками. Как вы думаете, зомбикам не холодно? Все зомби, ребятки, упали нечаянно в яму. Да что ж ты будешь делать, а? Так, ребятки, ну что ж, погнали. О, ребята, полный бутыль уже у нас желтого и желтой смеси. Давайте откроем его и посмотрим, что у нас здесь. Так, 900 очков. Отлично. Буль-буль-буль. Отличненько, дорогие друзья. Просто супер. Так, отлично. Так. И мы идем в маркет, ребята. И здесь мы что-то уже открыли. Что это такое? Давайте, конечно, купим. Это зомбик, наверное, сможет под миной. Я даже не знаю, что это такое, ребята. Ну, сейчас посмотрим. Мы с вами купили какое-то такое вот прикольненькое улучшение. Сейчас мы посмотрим, что оно дает и что нам нужно будет делать. Поехали. Побежали, то есть. Так, зомби-полицейские бегут. О, девочки, 4 девочки мы съели, превратили в зомбиков. Отличненько. Собираем все монетки обязательно. Перфект, отлично, все монеты собраны. Ням-ням-ням-ням-ням-ням, как же вкусно. О, ням-ням-ням-ням-ням-ням, как же вкусно. Вот это реалочки, ребята, вкуснотища просто-напросто. Парам-парам-парам-парам-парам-парам-парам-парам. Так, побежали. Так, мусорный бак переворачиваем, забираем отсюда монеты. Прыжок, отлично, съели тетю. Потеряли одного зомбика, ой, потеряли второго, она машина сбила, ребят. Машина сбила зомби, и зомби наш погиб. Землетрясение, аккуратно, прыжок. Отлично, так, что у нас здесь? А здесь у нас, ребятки, надуваются головы, и мы полетели. О, ребят, у нас... Я понял, что это такое. Мы теперь можем в два раза быстрее плавать с зомбиками, смотрите. Вау. Вот это скорость. Вот это мы плаваем в воздухе. Вы только посмотрите, как прыгают зомбики. Отлично, съели мы дядю. Хорошо.
Продолжаем, ребяточки, лететь дальше. Давайте тетю заберем. Отлично, просто супер. Что-то много бомб, ребятки, в последнее время стало. Так, все, ребятки, у нас баллон закончился. Здесь вертолет, давайте его как-то аккуратненько мы с вами. Ой-ой-ой, сколько бомб, ребята, ай-яй-яй. Так, десантник, пойдешь с нами. Так, ребята, мы уже в Голливуд добежали с вами. Да что ж такое, а? Половина зомби опять, ребятки, растерялась на ямах. Но это... этого и стоило, ребятки, ждать. Потому что не каждый зомби сможет... Так, такси, мы, машины, все... Прыжок, ой-ой-ой, половину зомби опять, ребяточки, мы потеряли. Да что ж ты будешь делать, а? Осталось 4 зомбика. Так, и что это у нас здесь? И здесь у нас, ребяточки, футболисты. Давайте будем заново нагонять. Ой, да что ж такое, я не успел, ребятки, перепрыгнуть через забор. И моих зомбиков просто заблокировало время. И я проиграл. Погнали. Ой, ракет. Зомби-тыква здесь даже, ребятки. Здесь все собрались. Зомби в шляпе, зомби-тыква, ирокез, полицейский. И даже птичка моя золотая летит. Прыжок. Отлично, отлично. Просто супер. Вай-вай-вай. Вон люди кричат на дорогах. Спасите, помогите. А я к ним еще доберусь. Ха-ха-ха. Я к ним еще доберусь. И покажу, что есть что. Ой-ой-ой, мои зомбики, ребятки, падают и проваливаются. Вертолет. Аккуратно надо быть, потому что вертолет может разрубить нас. А вот предки майя, ребята, смотрите, возле пирамид. Давайте, давайте, ай-яй-яй, один зомбик остался, один полицейский зомбик остался. Все остальные, танк остановил всех остальных, ребят. Сможет ли этот один зомбик что-то сделать? Он надулся, ребят. О, отлично, мы съели этого, скажите мне. Ой-ой-ой, мы съели одного из людей. Отлично, съели второго. Ням-ням-ням. Отлично. Все, нас шестеро, ребята. Так, танк мы лучше обнем. Так, ребятки, 5-6 зомби у нас осталось. 6 штучек. Забираем девочку вот эту. Уа, прыгаем через альпийские горы, ребята. Так, тихо, машина. Ой-ой-ой, все равно один зомбик попал под машину. И, естественно, у нас его, ребяточки, забрали. Один подорвался на бомбе, потому что там никак. О, много людей. Вертолет, аккуратно. Вау, самолет, давайте перепрыгивайте его. И все упали в яму. Да что ж ты будешь делать, ребятки? Как так можно? Упали в яму все. Так, ребяточки, ну что ж. Мы с вами уже заработали вот такую вот штучку. И это просто отлично. Просто круто, ребят. Я считаю, что это просто классно. Да, конечно же, продаем мозги, ребяточки. И здесь у нас что? О, у нас здесь новая кепка, ребята. Это такой факерс какой-то. Факерс, зомби, Хэллоуин. Так, ребята, это такая вот египетская шапка у нас, которую носят люди в Африке. Давайте с вами ее оденем. Ха-ха, ребята, вот я ее купил, эту шапку, посмотрите. Вот люди в шапках уже бегут. Отличненько, просто супер. Прыжок. Съедаем дядю. Дядя превратился в зомбика. Отличненько. Съедаем черного. Вау. Перфект. Собрали все монеты, ребятки. Круто. Прыжок. Отлично. Давайте лучше будем убегать от этого автобуса, потому что мы сейчас... Если затормозимся, то проиграем. Так, прыжок через автомобиль, отлично. Так, переворачиваем мусорник, забираем в нем монеты. Пробегаем под бомбой и продолжаем наш забег.
Так, что это у нас? Это мы опять, ребятки, взлетаем. Ха-ха-ха. Мы опять научились летать, ребята. Мы опять научились летать, ребятки. Вот это круто. Вот это классно. Зомби-забег. Теперь у нас зомби-забег, ребята. По воздуху мы бегаем. Посмотрите. Вот это круто, да? Не правда ли? Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Собираем монеты и летим. Вот это круто. Так, давайте автобус. О, мы даже автобус с вами, ребятки, с вами перевернули. И это просто, ребятки, замечательно. Отлично, ребятки. Просто супер. Давай, 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 давай. Побежали, побежали, побежали. Так, вертолет, отлично. Мы вот так вот его проскочили. Два зомби только что потеряли на ямах. Ох, еще больше зомбиков потеряли, ребят. Ого, всех почти потеряли. У нас 12 зомби. Ой-ой-ой-ой. Бомбы мешают, ребятки, нам дальше продвигаться. Вай-вай-вай-вай-вай-вай-вай. Вот это да, вот это мы с вами забежали далеко. О, отлично, зомби превращаются в золото. Круто. О, отлично, даже автобус смогли, ребяточки, мы с вами перевернуть. И это просто, ребятки, замечательно. Отлично, отлично, отлично. Вай-вай-вай-вай-вай-вай-вай. Круто. Так, 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 так. Ну, это же просто, ребяточки, замечательно. Так, ребяточки, 20 зомби у нас собралось. Нам никакие бомбы, наверное, уже не страшны, потому что нас очень много. Давайте танк лучше перепрыгнем, потому что мы его, наверное, не сможем перевернуть. Ребяточки, скорость довольно уже таки большая. Мы уже бежим с вами на огромной скорости. Давай, прыжок, 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 прыжок. Вах, 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 ребятки, цунами. Волна цунами забирает все. Вот это круто, да, не правда ли? Вау. Вот это да, вот это отлично. Люблю цунами, потому что... мы становимся практически, ребятки, неуязвимыми и забираем все на своем пути. Она также и называется, как зомби-цунами, только это волна цунами из океана. Отлично, ребятки, посмотрите, сколько нас зомби. Вы просто не представляете, сколько нас много, ребят. Посмотрите, вау. Из ничего практически 20 человек. Ну, уже 13 или 14, потому что мы все... потеряли. Ой, уже два человека осталось. Один, ребята, один человек остался. Реально, я не знаю, что делать. Посмотрите. Ой-ой-ой. И тот последний, ребятки, потерялся. Сбил меня, так сказать, ребяточки, автомобиль. Так, ну не стоит расстраиваться, ребятки. Все будет круто. Так, ребятки, что нам тут надо сделать? Ага, один, два, три. Ну ладно, в следующей части мы будем продолжать играть в эту игру. Так, ну что ж, дорогие друзья, я вам хочу сказать, что этот эпизод на канале Вечное Детство подошел к концу. С вами был, как всегда, Юра. Мы сегодня играли, ребятки, в зомби-цунами. Подписывайтесь на мой канал, следите за новостями, комментируйте мои видосики, ставьте пальчики вверх. Пока-пока, ребятки!